Когда меня попросили произнести речь на открытии этого важного места, я посмеялась, потому что всю свою жизнь я старалась держаться подальше от собачников, ведь они казались мне слегка странными. Потом я наступила в собачью кучку. Привет. Не переживайте. Наступить на какашку к удаче. Вот так все и завертелось. Мне подарили пса, которого я не хотела. Сюрприз! Это мне? Оп! Оп! Теперь сможешь прокачать свой материнский инстинкт. Ты же знаешь, я боюсь собак! Меня бросил парень, которого я любила. Значит, твоя депрессия моя подруга. Может, не будем говорить на людях? Выпьем кофе, поговорим... Дита, ну ты чего? Это же несерьезно. Сами разбирайтесь. Малыш, пойдем. Так я поняла, что не знаю, что такое счастье. Хочешь, забирай себе? Я, по-твоему, в таком отчаянии, что нуждаюсь в четвероногом друге? Ну, а я что? Ко мне! Тише, тише! Стой! Тише. Понимаю, просьба необычная, но... Агате нужен партнер. Я подумал, вдруг, но мало ли, вы могли бы прийти ко мне. В смысле? Твой новый парень? Порой то, что нам нужно, находится прямо у нас перед глазами. Ты очень симпатичная девушка с потрясающим псом. Знакомьтесь, пес. Между этими двумя летают искры. Разве не видно? Вот так. Оп. Помощь нужна? Я в этом разбираюсь, на ферме росла.